Я очень люблю эту притчу, потому что волк – это символ наших земель, это символ гордости и отваги, силы и мужества. Старый дедушка рассказывает внуку о том, что в душе человека живут два волка. Один волк белый, благородный, справедливый – это честь, совесть, сострадание, доброта, а другой волк черный, величественный, но страшный – это месть, это злоба, это ненависть. И они сражаются друг с другом, они кусаются, иногда они разбегаются и прячутся друг от друга, а потом снова сходятся и борются между собой. А внук спрашивает дедушку: «И какой же волк в итоге побеждает?» И дедушка отвечает: «А именно тот, которого ты кормишь».